И здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лелуш, это разработка игрового контента. И мы с вами врываемся в сегодняшнюю трансляцию. Сейчас я закину последние ссылочки куда надо. И мы готовы будем с вами начинать. Сегодня замечательный выходной день, потому что началось Рождество. И Европа ушла на покой. На длительный-длительный покой. И я в кое-веки с ней, поэтому я сижу, приросший к стулу и рисую. Потому что же еще делать в праздничный вечер, кроме как не рисовать. Трансляция сегодня будет недолго. Немножко поговорим о итогах. Надо посмотреть, до какой даты у нас был Steampunk Challenge. Там не особо много участников, поэтому, скорее всего, мне кажется, дата была вообще на сегодня. Я особо там не дергал людей. Сейчас я гляну. Так, во-первых, я ссылочку все-таки хотел скинуть в умирающую социальную сеть. Как у вас дела? Вы настроены? Все киберпанк проходили? Ну да, к тому же, вот, все проходили киберпанк, было не так плохо. Я вот запорол челлендж из-за этого. Кстати, да, можно поговорить, работу чекнуть. Да, надо чекнуть работы, надо поговорить про ArtStation Challenge. Надо поговорить про то, чем страдаю сейчас, про план на следующий год. И мы с вами начнем делать растительность сегодня. Немножко повозимся. Я покажу. Вот, кстати, можно сценку-то сразу запустить. У меня, по идее, Redwood, конечно, компилен. Как-то скан-тест мне это называлось. Тест-скан. Немножко поговорим про растительность. Почему ее сложно делать, какие пайплайны. Сегодня, наверное, больше будем разговаривать, чем делать. Потому что если садиться делать растительность, это довольно надолго. Так что потихонечку вписываемся. Пум-пум-пум. Давайте я с вами поздороваюсь. Всем привет. Да, надо показать. Это наш фирменный мерч. Наша команда разработки Crossfire получила свой классный мерч. И мы получили самое главное. Смотрите на эту замечательную... Это маскот в игре. Я не буду ничего говорить про него. Но посмотри, какое милое это. Олень? Рысь? Подбитым глазом и с калашником. Красава, Глеб! Глеб, красавчик! Он увидел, что... Да, акула сегодня в рождественском настроении. Растительность. Вообще, плюшевая игрушка. Мы назвали ее морковка. Теперь он будет с нами. Или она, я не знаю. Если честно, сложно назвать ее Анна. С учетом того, что она с подбитым глазом и с калашником. Но... Она. А мне говорят, что она. Значит, это... Короче, да. Акула в шапке. Олень с автоматом тоже. Осторожно с выбором гендера. Да-да-да. Короче, отличное настроение. Она еще не определилась. Да-да-да. Она в мире киберпанка, она еще определяется. Так, камера, что с тобой? Держись. Камера, что? А, надо часик пофиксить, а то я сижу, угораю. Че, вы мне не напомнили, что надо часик пофиксить? А, камера, может быть, подглючивает, потому что я чего-то заметил, что я забыл ее зарядить. Вроде сейчас... А почему не может быть она с подбитым глазом и кашляет? Сексизм? Подлагивает, потому что я Redwood открываю, который не скомпиленный. Все понятно. Нету никаких подтекстов, почему лагает Redwood, потому что открывается сцена и компилится. Камера стоп-моушен. Я сразу вспоминаю, когда кто-то упоминает про стоп-моушен и так далее. Великолепная... Музыка была, как она называлась-то? Ротоскопинг.
Насколько... Ну, короче, те, кто слышали, понял, о чем я, а те, кто не слышали, лучше бы вы не слышали это в моем исполнении. О, офигенная работа. Так. Да, камера пока что чуть-чуть подлагивает, но ничего страшного. Ну, песня вообще великолепная. У меня просто еще октан открыт. Я что-то дерзкий, он, конечно, ничего не рендерит. Давайте его на паузу поставлю. Вот, я надеюсь, у вас прекрасное настроение. А, еще хорошая новость. Одни сплошные хорошие новости. Google наконец-то... Короче, как казалось, для того, чтобы с Гуглом хоть что-то с него получать и так далее, вы должны подтвердить, то есть у меня указан русский регион, и чтобы получать выводы денег, вы должны подтвердить, что вы реальный человек. Для этого они, как в прекрасных госуслугах, вам отправляют письмо. Есть небольшая сложность, я не нахожусь в России, не могу там нигде никак оказаться. И так уж получилось, что тот адрес, который был когда-то моим домом, он сейчас чуть-чуть, немножко недействительный. Он не существует. И поэтому все, что происходило, оно было Гуглом благополучно заблочено, потому что они отправили туда когда-то письмо. Я об этом не знал. Но получилось указать новый адрес, они туда прислали, наконец-то все подтверждено, теперь я официально зарабатывающий в Гугле. Короче, это то еще испытание оказалось, это мне напомнило, знаете, как старые добрые времена, кто WebMoney подтверждал, это надо было. Ох, мне до сих пор, как если ты потерял ключ от WebMoney... Ротоскопинг — это же отрисовка масок, а там песня ротоскопинг, там, ну короче, просто вбей песня ротоскопинг, и ты поймешь. Виктор, да, мне не будет немножко сложно прочитать, что написал. Так, тут сцена открылась. Пока что мы ее закроем. И давайте потихонечку переключаться на работу, которая у нас есть. Я думаю, мы сегодня потрендели уже достаточно. А, слышал эту песню. Ну вот, прекрасная, прекрасная песня. Вот, я про нее. Сейчас я быстренько проверю кое-что. Так. И давайте... Тут столько всего, на самом деле... Из-за того, что сейчас уже пошли выходные, наконец-то было время, и что-то как-то... Работая с моушн-дизайнерами, это было невозможно пропустить. Ну да, она очень классная. Вот, и что у нас тут происходит? У нас с вами происходит... О, господи, что это? Это называется Octane. И вы видите, что это 2020.1.5. Я, блин, заплатил за Octane, чтобы потестить, как в нем работать. И довольно прикольные впечатления, но давайте к этому перейдем чуть позже. Сейчас немножко новостей, немножко про Новый год. Давайте первое пробежимся по работам. Здрасте, хороший Сергей, привет, привет, привет. Так, у нас есть Finished Works. Finished Works. Во-первых, давайте посмотрим, до какого числа я там челлендж запускал. Челлендж чат... Челлендж, пум-пум-пум-пум. Блин, какие же классные рефы. Я еще столько нашел крутых рефов. До 29 декабря следующая тема. А, значит, еще одна неделька есть. Но я, наверное, продлю, потому что, скорее всего, людям не до... Давайте возьмем немножко новогоднего настроения и новогодних праздников и продлим, наверное. Ну, это потом я напишу. Числа до 7 или числа до 14 надо продлить, потому что я думаю, тем, кому будет нечего делать на новогодние праздники, это будет возможность вписаться. Так что по этому челленджу разобрались быстренько. До конца января не хочу, потому что начнется ArtStation Challenge, и я уверен, что много кто 6 числа начнет уже делать челлендж по ArtStation. И мне кажется, что тем, у кого есть сила делать челлендж, они впишутся в ArtStation Challenge. Поэтому сильно затягивать не хочется. Там еще ArtVar, его, скорее всего, опять не будет окружения. Давайте Finished Works быстренько. Так, видосики я просматривать не буду. Александр сделал крутую. Где-то числа
Либо 17-е, либо 10-е. Так, ну деда я не буду смотреть, потому что я устану, я ему так все пролайкал. Короче, я одну работу открою. Там комментировать нечего, там все классно. Кукумбер. Это я не смотрел. Это я не смотрел. Это я не смотрел. Дробовик я не смотрел. О, господи, сколько всего я не смотрел. Камушек не смотрел. Это не смотрел. Не смотрел, не смотрел. О-о-о. Так, но надо будет в ритме танца. Вот это, по-моему, одно из последних. Господи, сколько недель я не смотрел работы. Что-то я давно работу не смотрел на разборе. Ну вот, наверное, даже... Блин, мне кажется, даже вот это мы не разбирали. Короче, я сейчас быстренько... Вот это я уже видел, наверное. Хотя тоже, блин, фиг его знает. А, ну вот пушку точно видел. Ладно, я взял... Сколько взял? О, там удалено что-то. Быстренько гляну чатик. Так, давайте быстренько по работам. Прям совсем быстренько. Потому что иначе это затянется до утра. Кирилл сделал пистолетик. Точнее, SMG Fanax по Apex Legends. Роман сделал прикольного Аладдина. Вот Аладдин, по-моему, смотрели. Но я могу путать. Короче, крутой Аладдин. Евгений сделал вот такой вот топорчик. Работа удалена. Денис сделал очень прикольный VFX портала. Поддержу, поскольку VFX-еры не такие частые у нас гости. Крутая работа. Работал хорошо. Альберт. У Альберта много классных, очень крутых материалов. Он вас несколько выкладывал. Если вам нравится всякий материал арт, советую посмотреть. Очень прикольные выкладывал он материальчики. Иван сделал окружение в стиле матрицы. Консультировался у нашего Дискорда по разным моментам. Думаю, насладился, получил удовольствие от разработки локации. Вышло на самом деле прикольно. Вот всякие такие моменты. Работать еще можно было, но я думаю, для тебя это был интересный опыт. Я не знаю, ты еще в чате или нет. Тоже работа удалена. Странно, что капот. Владимир. Вот такого прикольного робота ты сделал. Никита сделал великолепный прожектор. Тоже спрашивал, я помню, в Дискорде советов и репов. Андрей, Андрею Финтодокс сделал прикольный материал крыши, черепицы. Владимир сделал очень такой прикольный пистолет, очень материал интересный, хорошая работа с Рафнусом. Рома сделал вот такую машину, очень аккуратные, крутые шипы. Анимацию раньше надо было ставить, очень классная. Блин, вот за анимацию лайк. Альберта мы смотрели, я просто... Роман сделал еще вот такого оптимистичного, доброго охранника. Он подобрел по сравнению с мультиком. Прикольно. Эндрю сделал еще один крутой материал. Хороший материал. Продолжай. Руслан практикуется в хендпейнте, стилизованный. Вот это у меня... Хорошее сочетание материалов. И еще это узнается этот урок с ArtStation, что ли, идея. О, и Денис фидбэчил. Прикольно. Виктория сделала деревянную бочечку. Но Виктория еще была на моем курсе. И она сделала вот такую локацию. Локация храма. Очень круто поработали на моем курсе по разработке локации. Очень вышло хорошо, прям молодец. Очень классная демонстрация того, как надо работать с модуляркой. То есть, видите, контента не так много, но при этом этот контент собирается в очень красивую, прикольную картинку. Надеюсь, ей понравился курс. Александр сделал вот такой вот стимпанковский дробовичок-пушечку.
Это мы посмотрели. Ольга сделала очень крутой материал с фонтанчика, очень интересный, крутые шипы. Кирилл сделал стилизованный сундучок. Нина сделала вот такой прикольный материал обоев. О, прикольно, Алексей сделал шуруповерт отвертку. Я не знаю, как правильно называть, отвертка, наверное. Это не шуруповерт. Так, ну, Илья, короче, забомбил нас всем киберпанком. Вот это вообще... Вот это вот одна из моих самых любимых локаций в игре. Вообще бомба. Я очень люблю, как вы помните, в Prey у меня вот похожий стиль. Только они тут не просрали свет, а я свет просрал. Отличная работа. О, прикольно. Денис, круто. Анимации, эффектики, это очень классно. Вот, Роман в итоге все это собирает в игру. Ну, понятно, это закос на ремейк. Или нет, это, видимо, своей игры. Олег сделал вот такой вот прикольный пистолетик. И Александр сделал вот такой вот милый пейзажик с пингвинчиками. Лайк за пингвинов. Ух! Я постарался не слишком сильно задерживаться на всех. Локация прям вау. Да, очень круто. Аладдина смотрели. Ну, сей. Донат на полэкран, надо искать со всем чатом. Ну, в этом и смысл, что донат на полэкрана. Короче, пробежались. Теперь по... Давайте ArtStation Challenge. Давайте по ArtStation Challenge. Я его не стал даже сабмитить, не стал нигде выкладывать. Я не сильно доволен результатом. Видите, его даже у меня тут нет. Я его не стал закрывать. Потому что, ну, у меня была возможность, но... Короче, закончил все вот этой локации. Короче, давайте по пунктам. По пунктам. Что я сделал правильно, неправильно, да? Первое, сразу можно сказать, я взял для себя очень большой объем. И если вы посмотрите, у меня в один момент между апдейтами была пауза в 12 дней. То есть 12 дней я реально был довольно сильно занят на работе. Причем мне хотелось быть занятым на работе. Знаете, иногда вот есть момент, когда ты как бы занят на работе, но как бы после работы ты такой, окей. А тут хотелось типа погрузиться, и я и на работе сейчас дизайном занимаюсь, и тут дизайном. Меня просто не хватило, поэтому в один момент у меня типа прогресс шел хорошо, но потом меня унесло и трындец. Короче, какая проблема с этой локацией, кроме того, что я взял очень большой объем? Я взял для своего скилла практически самый сложный сеттинг и его реализацию. То есть, смотрите, если вы делаете... Это, кстати, идея стыренная у Фингзу, но она абсолютно валидна. То есть, что сложнее делать? Чистое или грязное? Грязное всегда делать легче, потому что грязное несет в себе сразу какой-то сторителлинг. Что делать проще? Sci-fi, типа sci-fi или фэнтези? Sci-fi, потому что в фэнтези оно основано на истории и так далее, и, как правило, вам не нужно, если это не какой-то специфичный сеттинг, вам не нужно людям продать идею. То есть люди в эту идею сразу верят. Если sci-fi, вам всегда надо, если вы делаете что-то новое, вам надо это базировать либо на реальности, если вы базируете не на реальности, вам это надо продать людям, и это очень сложно. Это надо, значит, потратить на это очень много времени. И третье, что легче рисовать, ночную сцену или дневную сцену, всегда проще делать ночную сцену, потому что в ней не нужно все прорабатывать, и у вас есть довольно много способов схалявить. То есть мы видим, что это высокий sci-fi, чистый днем, то есть самый сложный вариант исполнения при не самом высоком навыке моего рисования. Косяк номер раз. Второй. Я поймал себя в ловушку 3D, то есть я начал очень-очень много твикать попытки, ну вы видели, да, то есть меня метало довольно сильно по композиции, по идее, причем я в итоге выбрасывал, грубо говоря, все свои оверпейнты в никуда, и это хорошо для разработки иллюстрации. То есть если бы я делал иллюстрацию, то есть вот, например, ну видно, что, да, тут много чего шумело, но я, если бы не переделал одно и то же кучу раз, я бы сэкономил время. Да, это позволило мне
сэкономить, ну, типа, сделать качественней, но это важно для иллюстрации, для концепта. Было лучше остановиться на каком-то моменте и с этим жить. Третий момент, что надо было фотки начать башить раньше. То есть, например, вот этот вот крутой бэк, он реально выглядит круто. Это кусок из Сингапура, он сюда вошел по перспективе по всему, очень-очень круто. И я бы не тратил время на вот этот кусок, я бы потратил сюда уже на основе того, что я начал делать. То есть фотки, они, конечно, одновременно и сделали локацию чуть более шумной, но с другой стороны, позволили мне решить часть проблем, например, вот здесь, по скейлу, да. То есть я все пытался это сделать в 3D, зная при этом в голове, я держал, что потом я это поправлю на фотобаше. Но при этом я не доходил до фотобаша и начинал переделывать заново. То есть надо было с самого начала бахнуть пару фоток, и тогда бы я быстрее получил результат, и меня бы не уводило, да. С интерьером все было неплохо, но интерьер надо было просто сидеть порабатывать, на него просто в итоге не хватило времени. А плюс еще, наверное, четвертая ошибка с этой локацией, что я начал делать локацию, которую в жизни не захотел бы делать как 3D-шник. То есть вот это прикольно, опять-таки, это работает как иллюстрация, это не работает как концепт. Концепт должен нести в себе совершенно другие вещи. Меня понесло, потому что изначальный ракурс был довольно небольшой. То есть изначальный ракурс, то есть это, как говорится, было стало. То есть изначальный ракурс был довольно простенький, что у нас есть город, у нас есть стадион, у нас есть чуваки, которые жарят шашлыки. То есть, и причем по композиции все было очень прозаично. Есть ближний план, есть второй план, есть третий план. Что-то меня как-то унесло в один момент. То есть было планомерно, уносило, и унесло куда-то совершенно в какие-то дебри. Надо было переходить на ночное освещение вот здесь, конечно, тоже. Короче, но спасибо. Привет, а ты заметил, что у вас курс по Nvidia это так. Да, есть курс по Nvidia, но курс не для начинающих. То есть это важный момент, потому что когда люди приходят начинающие, тяжело воевать. Я, иногда у нас люди со скиллом ниже рекомендуемого попадают на курс, если люди настаивают. Но я ожидаю на курсе, что люди уже будут уметь хорошо делать игровые пропсы, игровые элементы, они, для них это уже знакомо. То есть, чтобы, несмотря на то, что мы на курсе, говоря, проходимся по всему контенту, это текстуринг, зибраж, моделирование и так далее, и я ожидаю от людей, что базу они знают, потому что если нет базы, будет очень тяжело. То есть, курс не для начинающих. Но да, курс есть. Материалы по нему, программа, все есть. Можно посмотреть на ссылке в ютубике, внизу в описании. Вот, это, наверное, PlayStation. Опыт интересный. Потренировался в очередной раз в окружении. Выкладывать, наверное, не буду. Это, как обычно, уйдет в какие-то закрома. Возможно, кому-то даже... У меня ощущение, что арк получился очень как фотоколлаж. То есть... не получилось арта, получился фотоколлаж. Причем во многих моментах... А, еще. Наверное, все-таки Unreal с RTX это прикольно. Да, кстати, мы как раз подходим к следующей теме, которой я сейчас занимаюсь и, наверное, буду заниматься в следующем году. Мне это нравится. Значит, когда я делаю в Unreal локации, мне хочется чуть больше под реализм, это немножко проблематично, потому что Unreal все-таки не выдает вторичную картинку. По двум причинам. У Unreal принципиально две проблемы. Первое. Он очень сильно оптимизирует свет вдалеке. Из-за этого вдалеке все выглядит довольно фигово. Да, это можно править фотками, но хочется, чтобы вдалеке все-таки была нормальная воздушная перспектива и так далее. Unreal слишком жестко это оптимизирует. Вот, например, вот здесь, смотрите, да? То есть, почему здесь вот такие вот получились ситуации по тонам? Это почти сразу из рендера, да? Мне непонятно. Плюс, к сожалению, на текущем этапе, если вы используете Unreal с RTX, во-первых, он крашится, как только вы попытаете сделать 4К картинку, то есть 4К скриншот 2080 Ti не тянет. Она крашится. Крашится довольно стабильно, а в Unreal для красивой картинки
надо делать резолюшн, грубо говоря, ну, то есть вот screen space надо ставить 150%, и при screen space 150% будет хороший резолюшн скриншот. То есть если хотите 4К, вам надо сделать скриншот 6К. Он валится уже при 4К даже. То есть ни о каких красивых картинках, именно шаркнутых, не идет разговор. Это все будет изначально уже априори немножко мыльным. Это значит, что ни о каком реализме. Дальше я запарился воевать вот с этими шумами, которые идут от RTX. И нормально это никак не фиксится. Поэтому для чего нам нужен RTX? Потому что в RTX у нас есть Real-Time GI, который очень сильно упрощает жизнь, да, то есть, во-первых, появляются мягкие тени, это очень критично, например, вот в этой сцене без мягких теней она бы не выглядела и в половину того, что получилось. И GI тоже крутой, особенно от солнышка, он дает очень-очень приятную картинку, с которой приятно работать. Но, к сожалению, это дает очень много шума, этот шум надо либо подмазывать, либо еще чего-то, и в отличие от октановского шума, например, какого-нибудь, этот шум нелегко подмазывать, видите, он такой ребристый, то есть он не напоминает грейн. Короче, все не так просто. И у Unreal нет нормальных пасов на ID и на Z-Depth. Что это имеется в виду? Вот, например, я сейчас рисую, да, то есть я иду в Octane, я могу тут нажать, во-первых, ну, АО, окей, есть в Unreal, я могу сделать вот такой вот Z-Depth. В Unreal он сыпется, он не выдает такой красивый Z-Depth, и я не могу получить, соответственно, Clown Fast, который наверняка вам всем знаком. Привет, давненько, что давно не появлялся, что нового? Да все по-старому, все больше концептов, вот только и рассказываю, что нового. Blender установил, Blender запустил, рендерим в Blender, но до этого все дойдем. Короче, вот, Octane, поэтому дает, видите, ну, то есть, да, у Octane тоже есть шум, но у него есть, во-первых, шумодав, причем неплохой. Во-вторых, ну, тут все получше считается, и он довольно быстро это все считает. Короче, куча плюсов, и у него очень... Ну, мне не очень нравится в Octane туман, но до этого дойдем. Короче, вот. Так что вот по этому челленджу такие соображения. Для тех, кто будет вписываться в следующий челлендж, я бы, наверное, посоветовал, берите что-то органичное. Давайте посмотрим популярное, да. То есть много прикольных работ. Ну, это вообще дичь, в хорошем смысле. Александр много раз выигрывал всякие... ну, все, блендер поставил, плюс 150 к скорости. Я не буду моделить в блендере, я блендер поставил рендерить. Но зато обновил в памяти. Короче, вот почему это затащило, я фиг знает. Типа... Короче, вот это круто, и вот это то, как надо уметь рендерить и обмазывать. Потому что Александр очень круто, он выигрывал много челленджей, у него очень хороший рендер, и поверх которого он, видимо, еще делает какой-то крутой обмаз фоточками. Да. Ну, вообще, V-Ray рендерит. Короче, выглядит это все очень классно. И вот, собственно, это то, что идет от всяких нормальных рендеров, что у вас все-таки нормальный свет. А дальше вы просто доставляете фотки, и все хорошо выглядит. Короче, работа супер крутая. Вот, наверное, к чему-то такому я и буду идти. Так вот, что брать? Берите, короче, типа Octane на Blender накатил. Не, Octane Standalone, а в Blender Recycles. Вот. Тоже неплохая. Вот это, кстати, работа довольно простая для реализации в 3D-шке, и будет хорошо выглядеть. Так что не берите какой-нибудь дичи большой. То есть это поднимать в 3D будет очень сложно. Вот я бы что-то такое не стал делать, оно в 3D нормально выглядеть не будет. Ладно, по этому моменту сказал. Давайте теперь к... Blender и... Во-первых, по этому арту сейчас вот рисую. Вы могли увидеть пару итераций. Почему я начал сейчас рисовать? Мне очень интересно было порисовать сейчас стимпанк. Это то, что было вчера. Это...
А, и тут вообще ничего не настроено. Ну, короче, блендер сегодня показывать не буду. Я как-нибудь вам покажу. Я на работе с ним сижу. Короче, главный плюс блендера, если сравнить с Octane, вот одна и та же, по сути, наработка Octane и блендер. Блендер по умолчанию картинку выдает. Короче, как? Octane рендерит быстрее, чем Cycles в чистом виде на финал. Но Cycles можно переключить, соответственно, в блендере можно переключаться на Eevee, на игровой движок, и в нем быстрее все делать. А в Octane ты все делаешь одинаково, не супер быстро. То есть, ну вот я, например, сейчас могу эту картинку повращать, и она там соберется за пару минут. Ну, то есть она сначала будет очень нойзовой. А в Cycles, соответственно, работает помедленнее, похуже. Но можно переключаться на игровой вариант и в нем все делать, плюс можно домоделивать. В Octane мне меньше нравится туман. Мне не нравится, что тут нельзя нормально ставить источники света. Ну, короче, буду тестить. Я сейчас эту картинку нарисую в Octane. Cycles бесплатный. Это сильный аргумент, учитывая, что Octane стоит двадцаточку в месяц. Для фана фиг его знает. И с материалами в блендере, конечно, работать проще, потому что вот смотришь в Octane, чтобы вы понимали, вы с материалами работаете. А картинка Иви разве не сильно от Cycles будет отличаться? Вероятно, да, сильно отличается, но ты можешь, по крайней мере, переключиться, чтобы подвигать. То есть я примерно... Это как... у меня уже есть эта привычка, потому что я долго работал со статикой и динамикой в Unreal. Я отлично понимаю, что как только у меня появятся вещи, которые там как-то считаются, у меня картинка будет сильно отличаться. Мне это вполне норм. Мне главное, чтобы я мог быстро переключиться, там подвигать объект и так далее, без лагов. То есть я знаю, окей, мне нужно накидать 5 бочек, мне нужно сделать им контрастный roughness и так далее. А потом уже красивый свет мне это добавят. Cycles я не могу этого сделать. Я не могу сделать изолейшн легко. То есть тут можно сделать изолейт картинки, да, то есть, например, в финальном рендере вывести только один объект и с ним работать. Но смотря что делать. Ну, да. Ну, если жестко делать прям то, что под обмаз, понятное дело, Eevee не будет выглядеть как Cycles. Это очевидно. Там, как только ты начинаешь крутить какой-нибудь туман и прочее, когда сильно влияет GI, конечно, картинки будут несравнимы. Но, по крайней мере, на старте, да, они довольно похожи. Но в Cycles, типа, в Octane всегда вот, типа, финал. С шумодавом. Короче, и да, в Cycles прикольный шумодав, мне понравился, как он работает. Тоже можно вытаскивать все пасы. А в блендере, если завязать оптикой, разве не быстрее для Cycles? А я фиг знает. Я еще не настолько впрягся в блендере. Я сейчас посмотрел основные плагины, что делают всякие концепт-художники, как использовать блендер. Я ничего такого не увидел. То есть я еще не настолько круто разбираюсь в обрисовке картинки, чтобы... Но фундаментально картинки примерно одинаковые. Единственное, что мне понравилось больше в блендере, если сравнивать то, что я показал в Дискорде, это, конечно, туман. Туман мне не очень нравится. Cycles же есть рендер региона. Ну да, но нужна эта вся картинка. Короче, что мне не очень мне нравится в блендере, это возможность работы с туманом. Туман поприкольней. В Octane с туманом довольно мутно. Окей, я посмотрю. Я говорю, я пока только вот я за понедельник, вторник, среду выучил Octane, выучил Blender, обновил в Pymate, как рендерить. И сделал эту картинку, рендернул эту картинку. Это вот за 3 дня. И вот сегодня я ее сидел, просто обрисовал картинку. Короче, это было, собственно, когда я понял, что я примерно хочу первые итерации. Потом я понял, что у меня сейчас в картинке Octane 700 баксов. Ну, там есть аренда, это именно стендалон. А если тебе нужна аренда, то, соответственно, он стоит 20 в месяц. Нам нужен вот этот вот рент. И вот тут вот студия ГПУ вот 20 евро, если на год, то 16. Ну, я вот это. Поэтому получается, что у Октана все-таки, если чисто взвесить, Октан мне нравится больше, чем Cycles.
чисто по впечатлениям, вот эта нодовая система, она удобнее, чем, как-то не странно, чем в блендере. В блендере делаешь кучу вещей в никуда. Октан в этом плане попроще. Но возможность домоделивать и так далее, это критично. Поэтому, ну, в целом, на мой взгляд, без разницы. Типа, за бесплатно Cycles тащит больше. Но если, типа, говорить, если бы и то было не бесплатным, то я выбирал Октан. Ну, не суть. Теперь карту. Значит, первую итерацию я вам показал. Тут была вот эта фоточка, мне не до конца нравилась, как она заходит. Прикольное настроение. Не-не-не-не-не-не-не. Я не настолько... Вы что? Я, ну, на работе, наверное, можно было бы выбить, но нет, я взял за 20 евро в месяц. Кирилл, привет. Значит, сначала сделали вот это... Потом я посидел тут без цветокора, но я подумал, какие проблемы у картинки, что нечитаемый силуэт, да, то есть планчики отбиты окей, немножко, ну, шумит картинка довольно сильно, потому что это без шумодава, и сюжета нет, то есть есть какая-то непонятная хрень, идет в непонятную хрень. Поэтому появилась идея, что, во-первых, отбить силуэт вот этой хрени сильнее, чтобы она была читаемой, немножко доставить элементов на сцене и сделать это мини-боссом врагом, чтобы было чего-то происходящее здесь, чтобы был сюжет, зачем мы туда идем. Потом я, соответственно, сделал... Вот, я начал сейчас обрисовывать, то есть я добавил боссу руки-базуки. Это сейчас вы видите, по сути, сухой, практически сухой рендер. Это надо все доисправлять. Что мне нравится? Во-первых, мне нравится, как получаются вот такие вещи. То есть это, по сути, коробку, которую я задизайнил, и она выглядит достаточно артово. То есть вот такие вещи выглядят, конечно, не очень, их надо доисправлять. Я не совсем понял, как в Октане пока что бороться с большим количеством шума. То есть вот есть вот этот шум. Я пока не понимаю, как его убирать. То есть можно, понятное дело, прогонять через фотошоповский шумодав, но тогда вообще ничего не останется от всяких силуэтов и рельефов. Надо посмотреть, как в Октане уменьшать количество шума. И, короче, картинка... Это если со всеми эффектами. Сейчас будет выглядеть вот так вот. Сейчас картинка немножко залипает на планы. Это я буду, понятное дело, не на стриме сидеть исправлять. Короче, чего тут еще надо? Мне уже нравится, как стало выглядеть. Стало выглядеть лучше, чем было. Во-первых, сейчас вот эта клешня, она залипает. То есть она по тону почти такая же, как какой-нибудь задник. А она должна быть более контрастной, чтобы мы понимали, что эта клешня идет на нас. Это фиксится довольно легко, если мы откроем Октан. Мы пойдем просто в ID Pass. Вот так, кстати, еще в Октане мне нравится, как, блин, быстро все пасы вытаскиваются и так далее. То есть в Cycles это все сделано менее удобно. Ну, может быть, я не разобрался. То, что я говорю, кстати, просьба воспринимать с столикой, что я не шарю. То есть надо буквально сделать, чтобы это место нормально выглядело, надо его буквально... И, наверное... Я сейчас очень быстро делаю, но примерно как бы я это решал. Так, а почему так странно? Так, подождите. Расскажите, как у вас дела? Как вы подготовились к Новому году? Как у вас успехи в Киберпанке?
Как впечатление? Мне очень понравилось. Я прошел. Это одна из причин, почему зафейлился еще конкурс, кроме того, что я сильно упоролся в работу. Я еще очень сильно упоролся в Киберпанк. Я его прошел за 4 дня, в итоге. Вон за 5. Сейчас немножко уже поигрываю намного меньше, но все еще поигрываю. Короче, мне очень понравилось. Художники молодцы. Все бы так работали. Все как дед. Так, мне кажется, завис чатик. Я купил банку икры, вся моя подготовка к НГ. Отлично. Икра это прекрасно. Как я сказал, я сегодня вас не буду мурыжить фотошопом. Но, кстати, да, еще почему я решил делать такую картинку, я подумал, что у нас мало кто. А всю неделю я делаю, ем отличный план. В блендере вообще рендеры из коробки пипец неудобны, что сайку, что именно, если в них разобрать, то топчик вообще. Ну да, то есть я не говорю, что они плохие, то есть как раз я вижу много концептеров, как бы в них работают, это показывает. О, надо, короче, контрастность просто поднять, видите, оно станет лучше и уже похоже на то, что оно, и потом просто сюда бахнуть. И уже лучше стало. Теперь оно похоже на передний план. Еще можно потом цветовую растяжечку сделать. Короче, я не знаю, как вам артец, нравится, не нравится. А че, вираемый корону уже только архивизники рендерят. А про корону вообще не в курсе. А вира еще вижу. Ну, чем мне нравится, чем вот мне понравился принципиально октан, что у него круто настраиваются материалы, что можно собирать вот то, что я хотел, собственно, что я и делал в Unreal, типа взять трипланар, смешать его с UV маской и сделать смешанный материал бронзы с этим, бронзы с медью и так далее, вот это все. То есть мне очень нравится, когда это есть, вот эта нодовая система, она реально классная, то есть у меня она, конечно, в помойку превратилась. Но то, что, как это все удобно сделано в Октане, мне прям реально нравится. Но он быстро все считает. В Максе, в Майке, да, но в Октане просто это сделано очень удобно, как ты это все копируешь. И, то есть скорость вот того, как это все работает, как это все перетаскивается. То есть ты берешь, копируешь, там те же камеры и вот это все. Ты в одной сцене в итоге все делаешь. Как я понимаю, это одна из причин, почему он многим заходит. Значит. Вот такой, так вот, чего решил делать такой артец, потому что стимпанк, и решил, что я в следующем году в качестве тренировки буду брать сеттинги, например, январь я беру и тренируюсь со стимпанком. Ну, например, это не только январь и декабрь. Я буду просто фигачить концепт-арты по стимпанку, но при этом концепты, которые реализуемые, да, то есть не чисто картинки. А, например, я сделаю потом, потренируюсь сделать выноску. Я вот, например, задизайнил вот такой вот контейнер. Да, то есть я его, конечно, добавил фоточек, но тут довольно сильно отмоделено. Соответственно, я сделаю выноску. Еще попробую порендерить попсы, именно чтобы делать концепт-арт попсов и обмазывать их тоже в октанчике. То есть вот он такой изначально. План там. И типа открывается оно как-то эти. Ну вот эта штука отъезжает в бок, эта штука отъезжает в бок, и отсюда поднимается там контейнер. Ну я не порабатывал на стоп, но смысл, я думаю, понятен. Типа контейнерик. Вот. Это по тому, чего я делал. Теперь. Можно будет сейчас переползать потихонечку на. На что? На Redwood и так далее. Блендер потом покажу. Я еще попрактикуюсь, потом покажу, как все делается в блендере. Я думаю, собственно, одну из сцен я вот со стимпанком отрендерю в блендере и посмотрю, что мне понравится больше. Пока Octane мне понравился, не уверен, что он мне понравился на 20 евро в месяц. Это серьезный аргумент. Но с другой стороны, можно выбить на работе.
И, скорее всего, даже с домашней лицензией домой. В этом случае об этом можно подумать. Ваши комментарии. Может, вопросы какие-то есть? Мне кажется, надо будет приглушить вот этот кристаллик, чтобы не отвлекать внимание. Я бы, наверное, кстати... Вот это приглушил. Блин, как сделать получше? Приглушил. Чтобы все-таки глаз был понятно, что он главное. Типа, главное место. А были какие-нибудь подарочки от компании на Новый год? Ну вот нам подарили мерч, нам подарили глёги. Глёги — это как глинтвейн, только... шведский, финский, ну, короче, из норвежских стран, подарили наш плюшу, вот такую, это с нашего проекта, тоже пошло нам в качестве подарки. Ну и был еще один подарок, про который о нем нельзя говорить, но был. Короче, компания поздравила от души, спасибо, все счастливы. Так, давайте я сохраню октан. Это еще, сейчас, подождите, я сохраню себе все пасы, чтобы потом 20 минут не ждать на финал. И, конечно, айдишник я уже вытащил. Что мне еще нужно? Мне, наверное, нужен The Depth. Может, пригодится поправлять какие-то маски. Если кому-то интересно, могу еще... Я посмотрел довольно много... Я даже купил довольно много тюториалов хороших по фотобашу. Того, что было сейчас, и фотобаши обрисовки мне могу показать. Что, смотрел? Ну да, я решил обобщить. Что должен уметь Джун Пропсер, чтобы попасть в индустрию? Делать хороший пропс, например, какой-нибудь вот хороший калашников, красиво выглядящий, с подачей, то есть это важный момент, потому что многие делают без подачи, чтобы с подачей, но это твой прямой шанс. А, да, кстати, я еще снова, я наконец-то прокачал обратно свою Майю, я вернул себе Hardops, он сейчас отключен, но я вернул себе Hardmesh, а нет, включен, Hardmesh вернул себе и купил Modded. Кстати, да, я тут выкладываю, я не знаю, насколько вы следите, я тут покидываю всякие, ну и остальных тоже призываю, не только я, дискаунс, сейчас из-за Рождества много всяких скидочек, гамбауды всякие, я скидываю, если вам интересно, поглядывайте, там много всего полезного может быть. Здравствуйте всем, привет, привет и тебе. Так, с этим мы разобрались. Давайте новую сцену. Пасы я вытащил, а ложку я сохранил. Я не зафиксировал в голове. АО сохранено, глубина сохранена, айдишники сохранены, больше мне ничего не нужно. Остальное, если что, я дорендерю. Можно закрыть октанчик. С этим разобрались. И... У меня вопрос, как так получается, что стример на стримах работает медленнее меня, а потом Илья выкладывает портфель пол киберпанка. Их перед релизом телепортируют на ту планету, где один час равен. Ну, во-первых, ты, когда работаешь после работы на стриме, ты все-таки работаешь не в полную силу, потому что ты все-таки устал и хочется как-то чилить. Ну, на работу ты тратишь много сил, плюс утром все-таки ты более результативный, чем вечером. Соответственно. Ну и скажем так, когда ты на работе начинаешь фигачить какой-нибудь один сеттинг, ты все-таки... Ну и тебе не нужно решать... Тебе нужно на работе решать другой список проблем, которые тебе нужно решать на стриме.
На стриме тебе нужно решать там, с чатиком общаться, тебе нужно решать проблемы, например, с дизайном, да, на локации все-таки у тебя есть какие-то исходные данные, которые позволяют тебе на работе фокусироваться только на твоих самых сильных вещах. Именно поэтому у тебя и взяли на работу делать то, что ты умеешь. Если это нормальная студия, как правило, она так работает. Так, я хотел показать Reddit. Значит, что мы сейчас видим такое страшное? Страшное — это я сканил деревья и смотрел, чего можно сделать со сканами деревьев. Кстати, я эти деревья могу, если кому-то... Да, я, кстати, в Patreon скину эти деревья, которые я сканил. Тут березка и сосенка. Пробовал всякие моменты с переходами. То есть вот здесь, вот, например, это два куска, которые один тайловый, другой не тайловый. Переход сейчас виден, но по текстуре... Ну, да, окей. Переход виден, но не должен быть виден. Короче, как это фиксится в таком случае, в случае... С деревьями надо загружать в Painter и два куска, тайловый и не тайловый, и потом с помощью clone stamp можно исправлять у уникального куска переход в тайловый кусок, и получается довольно прикольно. Это довольно частый пайплайн. И, собственно, к чему я это показываю, потому что это сцена Redwood, и нас интересует на самом деле Redwood Forest. Крутая сцена с растительностью, которую мы сейчас поглядим, чтобы понять, чего мы хотим делать в нашей сцене с Wattle Temple. Мне очень не нравится, что у меня подвисло, это может значить, что он что-то компилит. Да. Так, вроде как должно было отлагать, из-за того, что сейчас идет и трансляция, и видео, и компиляция шейдеров. Кстати, мы особо не смотрели, но там, кстати, когда вышел 4.26, если что, стали намного лучше работать эти облака. Кстати, да, надо фотошопчик закрыть. Майка пусть остается. А вот не помню, в каком Wattle Temple мы работали. 25-м или 26-м, по-моему, 25-м. Сейчас надо кое-что сделать. Облака топ, да. Облака мне понравились, они их подправили. Теперь они по умолчанию идут с приличным материалом, то и может не радовать. Так, вот. Editor. Frame dump. Сейчас мы Affinity. Пожалуйста, не забывай мне. Либо вот ядер. По идее должно лагать чуть меньше. Я пока что выключу камеру, чтобы она... Был в полной уверенности, что нормально все копилилось. Вадим спрашивает, Серёж, как сделать свет, имитирующий свет в глубоком космосе? Можешь посоветовать гайды или тьютор? Ну,
рисовать панораму, ну то есть смотря какой свет нужен, но в целом надо самому нарисовать панораму и дать какой-то directional light. То есть у тебя не будет сильной воздушной. То есть идем от физики, да? У нас есть воздушная атмосфера в обычном месте. В космосе у нас воздушной атмосферы нет. Это значит, что тумана в таком виде, как мы его обычно воспринимаем, у нас не будет. У нас будет просто обычный свет, самый чистый directional light. Я, например, да, свет в космосе это просто. Это просто очень сильный directional light, может быть несколько directional light, чтобы создать иллюзию нескольких звезд. И не использовать туман, потому что тумана у тебя не будет. Ну, да, у тебя тени будут автоматом более контрастные, если ты не будешь использовать skylight сильно. То есть у тебя не будет skylight, у тебя не будет воздушной атмосферы. Потому что skylight — это свет от неба. Нету неба, нету skylight. Так что это максимально простой свет, он наоборот очень простой. И как раз из-за того, что он простой, он будет очень плохо выглядеть. Это уже другая история. А если ты хочешь, чтобы он выглядел красиво, ты будешь создавать кучу всякого искусственного освещения. Потому что иначе оно красиво выглядеть не будет. Вот, у нас сейчас вот контрастные тени, пожалуйста. Вот Skylight не подгрузился, и вот тебе контрастные тени. Более контрастными, чем вот это, они не будут. Ну, во-первых, надо учитывать, что у тебя, например, Directional Light будет очень сильно оптимизировать самого себя, и тебе придется вот здесь вот значения всяких дистанций делать просто безумно большими, потому что иначе это не будет всего картинка. Поэтому не верьте картинке в фильмах про космос. Да, конечно, вообще не надо верить картинкам в фильмах. В фильмах не бывает реалистичного освещения. Тут есть... Я сейчас покажу. Камера сейчас вернется, как только допилится все. У Фензу есть вот такая вот штука. Где эта штука? Вот она. Вот такая хрень. То, как светится реальное, то есть вот, например, outdoor, да, то есть наш любимый outdoor, мы видим, какой он красивый. И то, что каждый из этих outdoor это какая-то съемочная площадка. Это, конечно, условность. Понятное дело, что на реальном свете тоже снимается, но очень редко. Но если вы хотите красиво, он будет выглядеть уныло. И у вас есть в кино определенные инструменты, как создать драматичное и красивое освещение. То, что называется practical light, то есть свет, который может существовать в реальной жизни. У вас есть дым-машина, у вас есть вот эти квадратики. Вот, собственно, почему есть квадратики? Потому что это реальный искусственный источник света, когда лампа светит либо на квадрат, либо у нее есть этот, блин, название не помню. Короче, конус квадратный, который фокусирует источник света. И вот это все создает красивую картинку. В космосе картинка будет максимально скучной и унылой, если делать ее физично. Софтбокс, спасибо большое. Да, софтбокс. Так что, вот. Хочется красиво, надо делать фейково. И смотреть референсы про кино про космос, потому что в жизни космос выглядит очень скучно. Так, давайте я налью. Софтбокс — это источник света. Вот такой вот. Вот этот вот. А, это типа задержка. Окей. Это предположение, что я забыл про название софтбокса. Окей, я сейчас налью водичку и вернусь. Я вернулся, сейчас я верну.
Так, камера, давай. Камера, что такое? Подождите, камера что-то не заводится. Почему в реальном космосе скучно, вот фотки с высадки Аполлонов очень крутые? Ну, потому что нету воздушной атмосферы, нету кучи составляющих, которые делают свет. Так, о, камера, будем заводиться. Камера, видимо, не понравилась, что мы ее выключали. Нет, вроде бы должна запускаться. Ну, ладно, я думаю, вы переживете. Получше. Ну вот, например, да, туман. В реальной жизни этот тумана не будет в космосе, если мы говорим. А, я понял. Да, у него прикольные картинки. Ну, это же все чисто артовый рендер. Ну, вот это как раз довольно такой живой рендер. Вот это все, но это маска, например. То есть в жизни такого опять-таки не будет. В жизни в целом вот такой штуки нет. Тут руки, тут же не сухой рендер, тут все домазывается. Да, я забываю, что. Вот так. Еще раз камерой. Камера не заводится, поэтому камера идет отдыхать. Мы, думаю, переживем. Ну вот, у нее туман везде, да, но в реальной жизни-то не будет тумана. Так что, вот, собственно, мы про это и говорим, что это все фейк. А про высадки, там же идет и обработка, и всякое-всякое-всякое-всякое. Так, камушки. Значит, зачем я показал эту сцену? Потому что, во-первых, эта сцена — это скан. Скан хороший и с кучей интересных пайплайнов. И нас интересует растительность, которой у него на самом деле мало. Чего-то я как-то промахнулся в этом плане. Ну, давайте, окей. Значит, растительность, которая нас интересует, да, то есть. У него довольно всякие хитрые шейдера, но на самом деле сильно много чего нам о растительности знать не надо. Нам, во-первых, надо знать, что для нее ставится формат two-sided foliage. Еще раз, если мы говорим вот про чувака, которого мы только что посмотрели, он все равно намазывает это в фотошопе. То есть оно выглядит красиво, потому что в фотошопе человек умеет делать красиво. Значит, у растительности надо понимать два принципиальных момента. Первое, что у вас есть такая вещь, как subsurface. Из этого растительность будет выглядеть очень плоско. Второй момент, что на растительность не работает часть функционала так, как мы привыкли это видеть. То есть, например, если вся растительность будет откидывать тень, то понятное дело, что нам не хватит никакой производительности. Мы не можем себе позволить на растительности делать бейкать цвет, например, в полной мере, потому что резолюшена никакого не хватит. Низкий резолюшн будет давать плохой эффект, поэтому растительность, она как ничто другое, критична к освещению, чувствительна к шейдерам, и поэтому, как правило, красивая растительность упирается только в одно. Это ваши красивые и прямые руки, которые сделают все прикольно. Существует, надо понимать, что если мы берем растительность, она состоит принципиально из двух этапов разработки. То есть первый этап разработки — это разработки атласа, который мы видим вот здесь. Да, то есть это атлас, который собирает, и у нас первая задача — это создать
исходный материал для этого самого атласа. То есть как мы получили вот этот листочек? Как мы получили для него нормалку, да? То есть это этап номер один. Второй этап — это уже собрать это в виде каких-то элементов. Вот, например, здесь сначала были получены листочки, и потом они были собраны в веточки, чтобы потом веточки делать на плашке и из плашек делать красивую растительность. Или, например, делать, как сделать красивые клемпы травы. Клемпы — это сгусточки-сборточки травы, да, то есть это второй этап, он не связан с первым, и если вы сделаете крутые исходники, но плохо их, например, будете использовать эти исходники изначальные, то результат будет плохой. Неважно, как круто вы сделаете изначальную растительность, если вы не сможете ее правильно собрать в кустике, причем тут не просто аккуратно, да, или правильно, а именно как красиво собрать ее в кустике, тут очень важный момент. Как вы не собираете, оно будет выглядеть плохо и некрасиво. И тут никакой тайны нет. Даже когда мы смотрим на шейдер, нет там никакой магии. Но есть типа влияние ветра, есть камера fade range, да, то есть насколько оно в дальности перестает отрисовываться. Но бывает добавляются ambient occlusion нарисованный или там... Добавляют, что Vertex Paint красит кусты, чтобы добавить дополнительного объема. Это все есть, но это все минорные штуки. И первое, что надо получить, это красивый исходник. Потому что только с красивым исходником будет красивая растительность. Собственно, начнем разбирать, какие у нас есть методы первого этапа получения исходников. Давайте для начала посмотрим наш концепт. У нас на самом деле растительность супер простая, и нам сильно с ней загоняться не нужно. Более того, я могу собрать свою сцену уже вот эту, с той растительностью, которая у меня есть. Да, просто поскольку это будет неинтересно для стрима, я это разберу. Слушай, а вот если пропс, панелька, в сабстансе вся тесселяция и хайтмапы сделаны в игре, какие материалы поставят в среднюю видеоахну лопатки, то есть тесселяция увлекаться не стоит. Да, тесселяция увлекаться не стоит. Есть некоторые случаи, когда ее используют. Ну, например, та же Terrain. На Terrain это позволительно, но в целом тесселяция или, например, диваны вот эти... Ну, там либо параллакс используется, либо... Да, вот, например, какие-то вот такие штуки. Их могут делать параллаксом, бампуфсетом, тесселяцией, потому что отбивать от всей геометрии плохо, а вот заиспользовать хайтмапу, это даст какой-то прикольный результат. Такие решения позволительны, но в целом, да, увлекаться не стоит. Значит... Мы подходим к разработке нашего контента первоначального. Как мы можем к нему подступаться вот здесь? Здесь вообще растительность, как я сказал, очень простая. Надо в идеале посмотреть, какая растительность растет в Индии. И скорее, на самом деле, почти все из этого можно взять с фотосканов квикселевских и быть счастливым человеком. Но это будет скучно, поэтому так мы делать не будем. Ну, скорее всего, совсем уж такие вещи, как кувшинки, возьму. Но, предположим, мы делаем, ну, не знаю, камыш. Вот камыш, кстати, хороший пример. Я, опять-таки, уверен, что наверняка в квикселе камыш есть. Но, предположим, мы хотим сделать камыш в виде... Ну, короче, хотим сделать камыш. Значит, как нам надо подступаться? Самый нищебродский вариант. Это мы берем, вбиваем фотка камыш. И мы ищем фоточки. Это вариант самый-самый-самый-самый-самый плохой, дешевый. Может быть, мы найдем сейчас какую-нибудь подходящую нам фотографию камыша, да? То есть, раньше это вообще делалось, что берется вот что-нибудь вот такое. Я для своей буду из квикселя. Ну, да, я тоже буду. Пока что. Я не буду делать все. Но я просто, кроме как на работе, растительность не делал. Странная, да, ситуация. Обычно на работе ты не делаешь то, что не делаешь дома. А то у меня вот наоборот получилось, что на работе я все-таки делал.
Короче, самый вот нищий, вот, называется трава 04. С прозрачностью, значит, мы делаем этой штуке прозрачность. Еще раз говорю, это самый нищебродский, самый плохой, самый дешевый вариант работы. Делаем маску. Делаем альфа-канал. Делаем дилетейшн, мало ли чего. Мы это в Atlas сейчас бейкать не будем. По-хорошему, это, конечно, скорее всего, бейкалось бы какой-то Atlas. Все. Сделать дилетейшн, чтобы у нас не было этой прозрачки. Есть альф-канал. Наша текстура готова. И дальше по колхозному подходу у нас два варианта. Либо идти в какой-нибудь Substance Designer или алхимист. Собственно, алхимист у меня стоит, интересно. Алхимист, скорее всего, понятно. И сейчас в алхимисте попытаемся из этого получить что-нибудь. Смотрим, что нам алхимист из этого ноги. Вот так. У меня, поскольку Water Temple — это именно показать те вещи, которые я не показывал примерно никогда, поэтому камни мы уже показали. Сейчас подождите. Опять лицензия слетела. Господи, сколько можно? Это алхимист. Вопрос не по теме. Как найти баланс между дремами и бейком? А то что-то иногда хочется оптимизировать и засунуть в одну текстуру. Так. Из соображений и скорости. То есть, если ты используешь что-то постоянно, например, какую-нибудь полоску металла или полоску пластика, или... Как только у тебя идет что-то модуляркой, лучше это делать через стримы. Почти всегда. Это только на опыте приходит. Но как только опыт появляется, не стоит вопрос, как бы делать тем или другим, ты спокойно начинаешь понимать, что тот или иной способ лучше. Так, давайте попробуем еще раз. О, камера вернулась. Видимо, она из-за того, что подсела. Да. Что мы хотели делать? Мы хотели в алхимист, и мы хотели сюда загрузить, собственно, нашу текстурку. Потому что алхимист, он довольно неплохо умеет из текстуры генерировать всякие штуки. Раньше это использовал всякие дикие истории в духе Crazy Bump и так далее. Сейчас спасибо, у нас появился алхимист. И Image to Material жмякаем. Так. Сейчас надо вспомнить, как работать с ними. Я его давно не открывал. Great. Так. Вид в виде. Тайлинг 1. Где посмотреть? Мне казалось, у них где-то здесь приключение было. Кто напомнит мне? Миксер не используешь? Мало. Как-то у меня до него руки все никак не доходят. Господи, где смотрятся разные эти моды? Мне казалось, раньше они были вот здесь, вот ты переключался.
Но помнит, как переключаться между... между каналами. Да господи, где ж ты валяешься? 2D, во, все. Так, нормалка. Нормалка отвратительная. Roughness плохой. Все, все плохое. Давайте попробуем что-то с этим нагенерить. А сколько по времени занял бы Water Temple, если бы ты full-time делал? Ну, наверное, пару месяцев. Зависит от того, сколько контента я бы хотел делать сам. Ну, просто давайте прикидывать, да, то есть... пум-пум-пум-пум. Ну, органическая часть — это месяц работы. Наверное, меньше. Короче, фольяж. Вот самое непонятное, грубо говоря, то есть фольяж, он занимает довольно большое количество времени, если его делать с нуля. И главный вопрос был бы к нему, потому что что тут делать? Тут делать реально, ну, мало. Зависит от того еще, сколько скульптить, сколько не скульптить. Но я думаю, на фулл-тайме, на такую зону месяц, мне кажется, было бы маловато. Два месяца более чем. Но я с запасом, типа, сказал бы. На мой взгляд, два месяца должно быть достаточно. Но прям фулл-тайма. А ты фольяж будешь делать сам, что ли? Ну, не весь. Но на работе, берем, да, случай с работой. С работой пришлось бы как-то это решать. Не весь. Я просто хочу показать какие-то технологии, да. Блин, а нафига он мне тащит вот эту штуку? Да, и Roughness хочу. Roughness я все-таки. Не очень удачно, но потому что фотка не очень удачная. Собственно, как вы понимаете, разница... Или есть фольяж аутсорсник. Ну, короче, мне просто хочется поделать фольяж наконец-то. Я, может быть, пойду пофотографирую. Вот, собственно, камыш — это то, что я в Финляндии найти могу. Я бы пофотографировал. Просто по фану. Потому что не делал. Ну, окей, типа, вот нагенерировали мы какие-то карты на основе нашего... Как я сказал, это очень плохая фотография. А, кстати... Он нам ее день это отменил или нет, я что-то не понял. Понятно, до лета еще будет лак... Ну вообще да, ну в смысле, люди просили, чтобы я все показал. Вот мы все и посмотрим. Зато, если кому-то будет интересно, есть. Мне спешить некуда. Unreal 5, как вот мне надо стремиться к выходу 5-го Unreal. Вот выйдет 5-й Unreal, тогда я можно будет ускоряться. Короче, карты не очень. Но вот, собственно, мне казалось, что. Да. Окей. Типа отвратительный изначальный исходник, поэтому. Видите, он, короче, смешное слово фольяж. Почему? Он, собственно, отменил нам тени, сделал более-менее это чем-то похожим на Unlit, сгенерил какую-то отвратительную нормалку, какой-то Roughness, короче, что-то нагенерил. И мы теперь это все экспортим и будем использовать. Обычно, как я сказал, пакуются в Atlas, вот сейчас мы делаем тот самый исходник, который мы потом могли бы с помощью дизайнера... Ну, назовем это громким названием фотограмметрии. Как этот камыш на английском? Камыш на английском. Работа часто дизайнером я пользуюсь постоянно. Все-таки
как я говорил, то есть есть разные использования дизайнера. Дизайнер можно использовать для того, чтобы делать что-то, а можно, чтобы решать какие-то задачи. То есть можно делать маты, а можно делать тулзы какие-то простейшие. Вот я больше использую, типа, накидать там быстренько грязи, смешать с мегасканов или с квикселя, в смысле, либо с сорса материалы. Это же все удобнее делать в дизайнере, потому что в Painter это все дольше. И это не всегда тайлово. Дизайнер очень-очень сильный тулсет, который позволяет решать все задачи, которые ты обычно не решаешь. Пум-пум-пум. 2К. Вообще, эта штука, по-моему, зашим. 1К. 1024, Targa, Height нам не нужен, Ambient Occlusion не нужен, Metallic не нужен, только Base, Normal, Roughness. Элисон, привет! Здоровье смотрящим, родные классы механической клавы, да. Все, сэкспортили карты. И это вот, вот, собственно, наша карта. Единственное, у нас сейчас, скорее всего... нету альфа-канала, надо будет его сейчас перетащить. Да, альфа-канал умер. Коттейл, а почему он мне выдал автоматом? То есть ты с нуля сам маты не делаешь? Очень редко. Есть маты, когда я делал с нуля, но очень редко. Смотрите, с матами какая история? Очень-очень неприятная и одновременно хорошая. Вы можете сделать хороший, нормальный материал довольно быстро. Нормальный материал. Хороший материал вы быстро не сделаете. Хороший материал требует очень большого количества времени для того, чтобы его сделать. Если материал плохой, точнее, нехороший, это значит, что он будет недостаточно хорошо отрабатывать по PBR. Это вызовет проблемы у других людей. То есть тратить мое время на разработку материалов, это невыгодно. Я если спрошу на работе, вы что хотите, чтобы я сделал локацию за неделю, или попробую еще уговорить текстурщиков своих свой материал в чекине, да. Еще раз, если я на работе спрошу, что вы хотите, чтобы я сделал вайбок локации за неделю, или сделал один материал. А нормальный материал, он столько у меня... А что значит нехорошо по PBR отрабатывать? Ну, смотрите. Если мы откроем какой-нибудь квиксель... Я очень не люблю квиксели, но есть еще один важный момент, который там надо учитывать. Ну, вот, например, возьмем... Да, вот, предположим, там камень. Привет. И вот если мы посмотрим на альбедо этого материала, вы посмотрите, насколько оно вообще чуть ли не... серое, ну, грубо говоря, оно вообще однотонное практически, но при этом сколько информации во всем вот этом. И это очень важно, чтобы в материале была вся вот эта информация. Как только вы делаете материал, в котором этой информации разнообразия недостаточно, материал не будет смотреться фотореально. Плюс к этому докидывается достаточно хороший дисплейсмент. Плюс к этому докидывается достаточно хорошая normal map. Ну, ладно, окей, предположим, хорошая normal map. Эквивалент хорошей... хорошей height map и roughness. Вот roughness, собственно, это то, что
меня вызывает больше всего вопросов в мегасканах, я это много раз говорил, но частично это связано, что реально очень часто материалы в жизни очень скучные, и если вы хотите сделать их интересными, это вы, собственно, в каком-то смысле нарушаете PBR, то есть, например, камень, он не глянцевый. Но мы хотим, чтобы он был более глянцевый, поэтому вы начинаете его там подсвечивать и так далее. Но, когда вы все это начинаете делать, там, подчеркивать грани, накидывать дополнительную грязь и так далее, вы немножко нарушаете именно физичность материала. Вы его делаете более игровым, но менее вторильным. И это важно. И вот это вот, например, вот такое вот количество информации в тайле я делать буду очень долго. Просто потому что это огромное количество градиентов. Потом эти градиенты надо как-то разбавлять, чтобы оно не выглядело слишком процедурно. Вот эта штука не выглядит процедурно. Даже на уровне тайла она будет выглядеть прикольно. Короче, в итоге это все вписывается в то, чтобы сделать реалистичный материал. Надо потратить очень большое количество человека-часов. То есть мы говорим именно о реалистичном материале. Нет какой-то, в котором, например, там, крутой паттерн, или sci-fi, или стилизация, а именно такой реализм. Его делать очень-очень трудоемко. И для меня это будет вот такую штуку делать, ну, реально, наверное, я мало делаю материалов реалистичных, именно органических реалистичных. Наверное, я на это потратится у меня неделя. Да? Скорее всего, пока я посмотрю какие-нибудь уроки, точнее, не уроки, а какие-нибудь решения, как работать с такими вещами. Короче, вот, делать материал — это долгий процесс, поэтому это не так просто. Вот все сказал. Значит, идем в дизайн. Предположим, вот, мы нагенерили 2 недели на мат. Не 2 недели, а неделя. Было бы, кстати, интересно посмотреть на такое, чтобы я неделю сидел, пилил материал. Но, или просто сидел. Ну, могу сказать, что просто, если вам интересно хорошие материалы органические, просто идите к... Кстати, он давно ничего не выкладывал. Дета. Да. Просто вот идите к нему и смотрите, как делать реалистичные материалы, именно органические. Он показал, по-моему, кучу вариантов. То есть найти хорошее решение материалов, как бы это вообще не проблема. Не, про создание реалистичных. Ну а чё, вот фотик в руки и пошёл. Вот и создание реалистичных материалов. Пока про PBR говорим, как отбить парафнусу правильно. Если я сделаю контрастный парафнус нуля, то в самом уровне будет каша. В целом, короче, мое мнение насчет вот материалов, что типа текстуры, это твоя ситуация, но потом на уровне люди могут эти материалы делать более контрастными. То есть, типа, создавать инстансы от одних и тех же материалов для разных локаций. Потому что, ну, если делать все по PBR-у, именно PBR-у, прям вот физично, то красиво оно выглядеть не будет. Если только не какой-то супер круто поставленный свет. Хотел адрес. Так, вот предположим, вы получили ваш исходник вашего куста. А что страшного, что физичность мата не всегда работает, если он смотрится красиво. Пока ты один на проекте, это не страшно. Если это коллективная работа, это становится уже плохо, потому что это портит арт-стиль. То есть, вот есть, например, что мы делаем реалистичную игру. И если каждый прицепит... Вот, надо перестать в таких моментах воспринимать себя как одного единственного любимого. Это коллективный труд. И в этом случае, если каждый будет чуть-чуть изменять физичность материала, например... Ну, самое частое, да, это, например, АОшку. Нужно запекать в диффузку или нет? С точки зрения физики и реальной жизни... АОшку не нужно запекать в диффузку текстуры, да? Потому что если мы берем объект обычный, у нас должен свет показывать, что в АО идет затемнение. Но
очень мало какой свет, очень мало в каких кондициях может показать, что это реально происходит, как оно происходит, что в Ambient Occlusion попадает меньше света, и там Roughness, например, отрабатывает чуть больше грязи и так далее. Потому что грязь мы в таком случае не должны показывать грязью, мы ее должны только на уровне Roughness отбить. Но, к сожалению, в реальной жизни она так не работает. С точки зрения физики АОшка вообще не существует. Ну, она существует. Это, конечно, упрощение, но уменьшение количества отскоков, это, ну, в жизни АО существует. Мы можем посмотреть в угол стола и увидеть, что там будет затемнение, потому что там меньше отскоков. Да, это результат не затемнения, а того, что туда не доскакивает единица света из-за того, что Джайд туда не добирается. Но это упрощение. Так, что мы хотели? Вот мы что-то собрали, и мы хотим собрать это Атлас Скеппер. Это разделение, да? А по умолчанию сейчас Атлас. Ну, по сути, АО это нехватка Джая, да? Что делает Атлас Сплиттер? А, он разделяет, да? То есть мне Атлас надо скачать. Дизайнер. Странно, что они до сих пор не сделали дефолтовый Атлас Мейкер. Миша, привет. Ну, короче, да. АО это связано с Джай, по сути. Если мы так говорим о свете, но мы это разделяем. С точки зрения рендеринга. Ну, короче, суть в том, что такие вещи очень-очень-очень-очень-очень сложно делать. Поэтому приходится такие вещи фейкать. Вот, я сейчас взял Atlas Maker, и что он делает? Он нам собирает, собственно, наш Atlas. Понимаешь, Atlas? Вот и... Сейчас разберемся. Да, какая-то точка. Как-то оно через пень-колоду работает. А, окей. Можно так решить этот момент. Ну, сейчас я немножко костыльно это решаю, потому что я не так часто это делаю. Общую логику показать, да, как бы, как собирается вот такая штука. То вот мы насканили, сделали какой-то листок. Чтобы сплит альфа до нас доехала. Ни хрена альфа до нас не доехала. Короче, надо вручную такую штуку собирать. Atlas Maker, к сожалению, нас подвел. Ну, окей, собираем вручную, мне не сложно. Вот, кстати, кто-то спрашивал, да, вот для чего используется дизайнер. Вот, например, вот это вот часто использование, для чего я бы... Понятное дело, я спропагейтил бы атрибуты и так далее. А по твоему опыту органику делать сложнее, чем софе какой-нибудь? И да, и нет. Органика, вот мне, например, она давалась раньше сложнее, сейчас стало попроще. Это зависит от мышления. То есть это как люди, ну вот, в рисовании существуют... Сейчас у нас фотошоп открыт, да? Существует два способа принципиально. Так.
Два рисования, способ рисования. Первый, как вам, вот я вас прошу, нарисовать шарик или пейзаж. Вы что сделаете? Вы берете, рисуете шарик, рисовали шарик, может быть, даже покрасили его в ЧБ. Сейчас. Ну, давайте лучше про скетч. Да, да, давайте. Вот я вас прошу что-то придумать. И его начинаете рисовать. Это, да. Я не знаю почему, но предположим. Короче, вы начали рисовать это линиями. После этого, которые линии, вы начнете. Сейчас кажется, что я очень в дебри зашел, но на самом деле это очень связано. Вот вы начинаете рисовать, сделав какую-то штуку. Ну, условно говоря, да? Но есть люди, которые, когда их просят что-то нарисовать, они такие, да, paint line, короче, я буду... Я буду фигачить чистым цветом. И это не связано с тем, что кто-то лучше рисует или лучше понимает как-то, да? То есть это чисто вопрос того, как человек воспринимает мир, как он научился рисовать и так далее, да? Ни с чем другим это не связано. Вот с органикой и hard surface то же самое. Сложный, красивый hard surface делать ровно настолько же сложно и просто, как, как делать органику. Органика, она вам прощает очень-очень-очень-очень много количества ошибок. Hard Surface вам не... но Hard Surface, он упорядоченный, и людям очень просто из-за этого, многим, особенно тем, кто там техническое образование, для них такое делать типа органику, это сложно, потому что в органике надо мыслить более абстрактно, и для многих мыслить абстрактно это проблема. Да, кто-то берет и рисует прям от абстракции довольно легко. То есть нельзя сказать, что проще или сложнее, то и то требует какой-то практики. Так, сорян, я что-то залип. Отключим тайлинг. Надеюсь, ответил на вопрос. Короче, каждому что-то нравится свое. Я вот, например, просто... Я уже сейчас... Раньше я прям опасался органики. Сейчас я уже органики не опасаюсь. Мне стало намного проще с ней работать. Но я все равно не люблю работать с органикой. Хотя скульптить камни — это безумно успокаивающий такой... приятный момент. Для себя, кстати, оно можно тоже не собирать. Если хочешь, я зачем прям что. Ну да, это понятное дело, я просто показываю смысл. Да, это понятное дело. Я и так тут костыль на костыле делаю. Просто беру самые простейшие решения. Совершенно нет. Даже не спрашивайте, почему я сделал все так через пень-колоду. Я смотрю на это и думаю, зачем? Зачем ты так все усложнил? Ну? Чем проще, тем лучше, ну и ну да, ну просто, да, то есть с растительностью это часто делают, поэтому я решил это показать. Но я с тобой полностью согласен.
Блин, когда столько нодов, блин, уже начинают забывать хоткеи. Короче, и вот мы собрали Atlas. Atlas Maker, он делает то же самое, только там больше всяких настроек. И вот вы собрали вот в ту картинку, которую мы видели, и вот у нас теперь есть растительность, и мы можем ее начать мапить. Да, то есть опять мы все прогоняем через наши костыли, потому что, как я сказал, сегодня мы чисто все поговорить, потому что по растительности мне надо понять, что я буду делать, что я буду сканить. Я сегодня настолько не настолько готов, я общий пайплайн пробежаться, показать. Значит, вот мы... Агудини для окружения часто используют. Алекс, можешь ответить на этот вопрос? Я устал просто отвечать, вот для чего используют? Не часто. Тулзы делают. А вот конкретики я тулзов очень мало могу провести. Ну вот там провода всякие, какая-то генерация городов первичная, какой-то местности первичная генерация. Но практически всегда это первичная генерация чего-то, которая потом дорабатывается художниками. Но это мое, из того опыта, который у меня есть, может быть, я ошибаюсь. Но из того, что все, что я видел и от Юбиков, и от нас, и от других студий, это все. Так. Так, иди с помазку тут. Так, у нас Элса, блин. Все, вот мы сделали, значит, наш атлас, и после этого, наконец-то, спустя вот все эти... Это обычно захотели, понравились, заюзали. Мне кажется, просто люди перегибают так же, как со сканами. Вот кто-то вот там... Большинство людей уже понимают, что все отсканить не получится, но все равно я встречаю периодически людей, которые: «О, надо все сканить!» Ну, Глеб, мне кажется, можно абстрактно сказать, что юзают, вопрос, насколько много. Атлас. Кстати, если я хочу сделать процедурный шланг, чтобы он интерактивно менял длину, можно для этого использовать тулзу, которая дорога строится? Да, можно. Spline Mesh используется для этого. Во-первых, просто, скажем так, у Spline Mesh есть свои ограничения, и в Гудинке делают более комплексные штуки. Вот, значит, вот мы размапили, давайте. И вот, теперь мы можем делать нашу растительность, наш кустик. И начинается самое веселое. То есть, понятное дело, что даже сейчас... Что зависло? Где зависло? Камера зависла? Камера зависла. Так. Видимо, камера устала и хочет отдохнуть. Да, видимо, и... Давайте уже оставим камеру в покое, пусть она отдыхает. Короче, вот мы сделали наш так называемый клэмп травы, и, собственно, мы его собираем. И вот здесь начинается самое одновременно сложное и простое. Как правильно собирать вот эти клэмпы травы? Вот это вот та вещь, в которой я вообще плаваю. Я их собираю, вообще собирал очень редко, но именно то, как правильно соберутся вот эти клэмпы травы. The Invisible Warrior, where is the tutorial? It's Christmas, happy Christmas, man. Hey, it's still in progress, I hope, in some way. Yeah, it's still progress. I promised I will do it. Sadly, I was a little bit busier than I wanted. Значит, вот эти вот...
Короче, насчет клэмпов, да, то есть я сказал, я с клэмпами прям совсем плохо. Единственное, что могу сказать из того, что я помню, что стараются даже увеличивать полигонаж на вот этих клэмпах, потому что перекрытие — это самое худшее, что у нас может быть даже в случае Masked Alpha. Все равно надо стараться делать какие-то такие истории. И мы собираем вот этот вот наш несчастный клэмп травы. Ну или в нашем случае камыша. Потому что ими мы и будем засаживать. И надо учитывать, что надо плашки располагать таким образом, чтобы они выглядели хорошо со всех сторон. Потому что если плашки будут выглядеть только с одной стороны хорошо, то... Это у многих проблема, что когда они делают растительность, она, типа, с одной стороны выглядит норм, а с другой стороны выглядит как говнище. То есть, понятное дело, что какие-то вещи вы можете сделать в геометрии в таком случае, никто вам не запретит. Но, к сожалению, вот такое количество геометрии мы себе еще пока что позволить не можем. О, Илья, привет! Серьезно, то, что выкладывал на Marketplace, приносил тебе какой-либо вменяемый доход? Нет. Но я этим занимался. Для того, чтобы это продвигать, я занимался этим мало. И это момент, что если в это не вбухивать кучу времени... Ну, то есть, у меня просто есть мой не пассивный доход, но мой дополнительный доход — это студенты. Если бы я забил на всех студентов и вот это дичь делал, не надо. Если бы я все время, которое я тратил на студентов, тратил на Marketplace, возможно, он чего-нибудь бы и приносил. Ну, погни. Ладно, ты прав. Погну сейчас. Короче, вот вы делаете какое-то количество вот этих вот прикольных клэмпов. Вы можете вырезать какие-то отдельные объекты, чтобы оно выглядело прикольно, например, можно там одну тростиночку выбрать, вырезать ее. И вот здесь, собственно, начинается второй навык, о котором я говорил. То есть растительность — это не один навык. Создать именно исходник прикольной растительности и прикольно эту растительность расположить — это разные истории. И вот сейчас вот, к счастью, у нас будет two-sided фольяж, поэтому для нас, не, скорее всего, эта штука будет более-менее... Вообще, это что-то я вообще не понял, какой полигонаж. Так, что именно? Ну да. Кстати, Илья, мне эти клэмпы нужно запекать трансфер-атрибутом в сферку или нет? Напомни, пожалуйста. Я точно помню про... травушку, в смысле про растение, а вот клэмпы нужно вынуть, или оно и так будет плохо. Это мне задачку сейчас поставил, думаю, что помню, я помню где-то в мае делать. Нафига столько полигонов? Объясняю, зачем столько полигонов? Потому что вот эти перекрытия, они дорогие. То есть вот эти вот перекрытия — это то, что будет вызывать потерю производительности. Поэтому лучше вырезать вот эти вот куски. Потому что от того, что вы используете режим Translucent Masked, эта штука не становится бесплатной. Она все равно влияет на производительность и... Поэтому плашки стараются... Ну, вот сейчас я вот, например, гаражу, слишком много уже полигонов, но все равно вот эти штуки, в которых контента нет... Да, собственно, вот Илья пояснил. Поэтому
в идеале, чтобы оно выглядело... Ну, наверное, я просто небольшой знаток, насколько вот это вот много я нарезал или немного, но лучше старать делать, чтобы вот такого ничего ненужного не было. Ну, давайте сейчас без бейконов нормалей сделаем сначала, закинем движок, да, то есть вот мы накострили чего-то, и вот вы делаете вот таких вот штук несколько. Вы делаете несколько таких кустиков, которыми потом будете работать в игре. И вот, собственно, с самых крупных кусков я вырезаю лишнее, чтобы оно не рендерилось излишне. Как искать Zen в полигонаже прозрачных спрайтов? Вообще никак. То есть... Это настолько ситуация под сцену, под рендер. То есть в одном случае то, что я делаю, может быть дичью, в одном случае оно может быть абсолютно нормальным. Короче, все зависит от спека и того, сколько у вас будет этого дерьма в кадре. То есть это прям такая история больная и сильно не сильно прогнозируемая. Ну да, либо так. Можете вообще геометрию сделать. Кстати, причем это реально, что из-за особенностей шейдеров иногда геометрии какие-то клемпы. То есть если вы посмотрите там какие-то дикие архивизные вещи, там вообще же эта геометрия все отбита. И реально иногда геометрии какие-то случаи могут быть дешевле, чем это отбивать, как я это отбиваю сейчас. А тут зависит от того, сколько там полигонажа, как оно сделано и так далее. Короче, фольяж — это очень нетривиальная в этом плане история. Так, ну мы сейчас не будем пока бейкаться в нормал, как я сказал, но это важно. Окей, сделали наш кустик. Ущербный, убогий. В целом, если вы хотите сделать прикольный... фольяж в Unreal, просто не изобретайте велосипед, смотрите мегасканы и делайте по аналогии с мегасканами. То есть не лезьте в атласы, не лезьте во все это. Ну, там есть небольшие атласы, но в целом довольно много геометрии. На проекте это всегда боль. На проекте боль, причем без самописных штук вы эту боль еще и никак на рабочей машине не сделаете, чтобы оно красиво выглядело. Поэтому загоняться... слишком сильно, нет никакого смысла. Вы просто не сможете это сделать на должном уровне дома. Ну, не дома, а в домашних условиях. Так, meshes, пусть это будет модулярный. Давайте один папку фольеж. Сегодня мы, как я сказал, общими чертами пробежимся. И в следующий раз, наверное, какой-нибудь этап, либо я посижу в собственности, соберу... Во-первых, можно, как бы, да, можно через алхимист сделать вот фотку нормальную, на нее сделать, потому что камыш я в Финляндии найти могу. Можно сделать фотоскан камыша. И какую-нибудь траву можно сделать, собственно, через дизайнер. Да, вот Глеб правильный. Короче, фольяж — это самая простая тема, где вы можете себя загнать в какую-то просто жопу, извините. Еще вопрос. Есть какие-то крутые гайды по модулярке экстерьерных сцен? Насколько экстерьерных? То есть... я посмотрю, что у меня в коллекции есть. Ну, мегасканы никогда не претендовали на оптимизированность. Так, это не... это полигонаж. Да, либо лот воткнуть другой. Вот, ну это коридоры всякие. Ну, кстати, очень крутой гайд. Вот, например, космическая база. Вот тебе космическая база интерьера. Вот тебе здание, пример. Титанфолия, блоки. Спрей, опять-таки, можно посмотреть. Ну вот, у меня есть коллекция, там, может, что-то аукнется в душе.
держи всю ссылку на мою коллекцию. Это, наверное, самая полезная коллекция, что у меня есть. Тут даже Deus Ex. Я даже смог найти сетку Deus Ex. Это просто, просто я не думал, что... Причем, реально, вот эти штуки, на них там лайков просто там 59 лайков. Но это, блин, настолько ценные штуки. Можно совсем глупым объяснить, что такое фольеж, а то Google кидает только шампанское. А, ну, сначала шампанское, а потом это трава, растительность и... Растительность, кустики и деревья. Так. Environment Mesh. Фольеж. Так, и закидываем сюда наш стрёмненький. Мышь. Так, я сейчас камеру выключу, чтобы... По темпу... Мышь. Я тут не заэкспортил. Да, я его не туда заэкспортил. Темпу... X Sam. Ну, потому что мегасканы сделаны под из под visual production, то есть они даже не пытаются делать оптимизацию. Так, окей, наш стрёмный кустик у нас тут есть, идем, соответственно, сделаем, поправим наш атлас, потому что у меня... Хотя для фольежа нам все равно нужен новый материал, поэтому для фольежа мы можем сделать, предположим, без RM-ки. Нам толку от RM-ки нету. Ну и сюда. Пум-пум-пум. Environment, materials, masters. Новый материал, MI, simple фольеж. Не знаю, почему simple, просто я люблю называть все simple. И затаскиваем сюда текстурки, utility, RM, BCN. Кстати, на следующей неделе, надеюсь, стримчиков будет побольше. Я не знаю, насколько вы будете рады этому или нет. Я вас предупредил, потому что каникулы... Я их реально называю каникулы, потому что самое... Вот я буду 4 января выйду на работу. Я не помню, когда столько... Отдыхал в последний раз. Сдеградирую окончательно. Так. Я тут есть что-нибудь, что могло бы выступить у нас в качестве рафнеса? Сет допили потом пресет? Да надо. Ну, может быть, собственно, это задача на 2021 год. Допилить пресет. Блин, мне бы грейскейл какой-нибудь... Нет ничего грейскейлового. Давайте создадим дубликат этой штуки. Зеленый канал Альбетки в Рафнес. Ну, можно, конечно, но у нас вроде как Рафнес есть, поэтому. Но, да, вообще. Так, подожди, не отвлекай меня. Дубликат. T utility R. И вот она у нас будет грейскейл. А наверх тут параметр R. Пока офф-топ. Значит, что будет на Патреоне в этом месяце? В этом месяце, понятное дело, все, что я сделал с концепта стимпанка, я закину. Это хайпольки, это мои пропсы. Это все надо доделывать, если вы хотите, но контент я загружу. Если кому-то будет интересно поэкспериментировать и для башинга. Тем более, многие вещи я прям задизайнил, поэтому довольно неплохой контент. Я закину фотоскан березки и дуба, как я упомянул. Я их допилю чуть-чуть. До продакшн вида я их, наверное, не добью, но загружу. А лекцию я буду писать в понедельник. Она будет по текстурингу, собственно, и по PBR.
То есть основа PBR такая, ну, в смысле, почему это важно, поговорим для тех, кто не совсем понимает про PBLOS, потому что понял, что до сих пор это многих людей вводит в ступор. PBLOS — это лекция, соответственно, лекция для тех, кто заинтересован, это поддержка на Патреоне за 1 евро, там уже 2 лекции, это будет третья. За 5 евро это, соответственно, контент. Я пока что не закрыл контент для тех, кто подпишется в этом месяце на контент прошлого месяца. Так что можете подписаться. То, что было на стримах на прошлых месяцах, можно еще утащить. Это то, что связано с вутертемпом. Так, мы сделали альф-канал в Opacity, маску. И надо выставить тип шейдера. Это... Two-sided flash, sided и masked. И у нас должен был появиться subsurface color. Соответственно, в subsurface мы вытаскиваем еще одну текстурную карту, которую называем subsurface. Вроде самую такую простую штуку мы собрали. И теперь мы можем пойти в текстуры, уникальные, вальяж, адрес 01, закинуть сюда нашего урода Франкенштейна. Face color normal wrap. Wikipedia. Grayscale, normal и... Да, даже определил grayscale, окей. Теперь идем в наш material instance. Instance пока что master. Simple foliage create material instance. MI. Read 01. Причем вот фольяжный материал — это как раз тот случай, когда можно немножко поэкспериментировать с шейдерами. Причем именно поэкспериментировать. То есть можно получить прикольные штуки, можно просто упростить жизнь. Например, вот сейчас у нас размаплен фольяж в одну четвертинку, но мы можем размапить его как бы в полный атлас на каком-то примере, а потом с помощью шейдера, да, уменьшения тайлинга, можно сказать, что вот мне нужен вот здесь именно вот этот... Несколько ассет-браузеров не юзаешь, не, как-то вот... Как-то я в этом плане по старинке. Я единственное, сейчас не сделал никаких тинтов, но мы переживем. Все, фрейс, да, все. Ну, сейчас вот это вот, собственно, произошло в ситуации, что у нас нету этого дилетейшена. У нас он черный, поэтому у нас черная обводка. И мы идем в наш фольяж, environment, materials. Sorry. Во, и как бы... Ну, то есть, и выглядит оно на самом деле норм. То есть, зависит от... Опять-таки, зависит от игры. И это, кстати, опять-таки, возвращаясь к разговору, что все познается, грубо говоря, в проекте. То есть, если бы это была игра третьего лица, даже вот такой вот плохенький фольяж, он бы нас мог устроить. И работает, и работает. Относительно работает. Учитывая, что мы это сделали самым плохим способом, какой бывает. Это из фоточки в интернете. И, как я сказал, тут два момента. Мы сделали плохо, на самом деле, первый и второй. И, собственно, на следующих стримах мы с вами начнем разбирать, как делать нормальный первый и второй этап. А как ветер, второй вечер из материал добавить покажешь. Да, это очень легко. Я как раз хотел это сделать. Я хочу сейчас поправить Player Collision. Я, кстати, очень расстроился, что они в итоге не забавили. Помните, мы с вами смотрели на превью 4.26? Ну, Глеб, зачем ты спойлеришь? Сейчас я все сделаю.
Очень прикольное разрушение колонн, блин, они это вырезали из 4.26, это систему хаос. И вот принтер. Так, я хотел... Только стандартный ветер говно. Ну зачем ты так? Ну да, ну зачем ты так? Но всегда можно свой написать. Во-первых, первое, что я хотел посмотреть, это посмотреть, как данная трава будет реагировать на свет, например, да? Ну и видим, что реагирует она в целом, ну, норм. То есть не идеально, но... Блин, опять привык, блин, к своим этим. Поставим ее много. Ее вырезали вроде тихотой. Короче, добавить можно. Это осталось. То есть, если поставить дистрибутив с гитхаба, так, еще раз. Короче, с гитхаба можно поставить хаос. Но. Но я не хочу ставить себе билд через GitHub, усложняя себе жизнь. А вырезали, потому что он был нестабильный, поэтому они вот хаосы и вырезали. Ну, тут вот еще можно было бы покрутить subsurface, но это уже отдельная история. Короче, как делать... Не нужен GitHub, но, видимо, он где-то в эксперимент... В один момент они говорили, что они его убрали из-за стабильной. Может быть, он здесь? У меня вроде все включено. То есть вот он. Они его убрали. Последний, в 4.26, в шестом или седьмом превью я говорил, что надо, читал, что надо его ставить это. Ну, типа, надо чего-то там дополнительно приложить сил. Так, мы хотели винт-систему сделать. Значит, есть простейший способ. Это винт. Simple win раз винт. Есть такая штука. Мы ее втыкаем в full position offset. Так, сейчас. Да, full position offset. Сейчас я быстренько гляну, как настраивать его. А, кстати, скорее всего, он есть. Или я закрыл уже сцену с... Да, я закрыл. Simple grass. Там наверняка через... Я вечно забываю, как там правильно собирать этот шейдер. Там. Multiply через Normal VX. Нет, просто World Position Offset. Окей. Я думаю, надо через какой-нибудь. Ему, видимо, просто не нравилось, что я не ввел в него параметры. Intensity. Нет. Плохая картинка. Нужно. Окей. Ну конечно, если weight будет на нуле, то логично, что у тебя конверту параметра Int. Нет, потому что я Unreal'ом на работе не пользуюсь. И теперь оно живется, двигается, но отвратительно. Отвратительно, потому что... Видите, оно вообще во все стороны, типа, и это далеко не всегда устраивает. Понятное дело, как вы сейчас обсудили в чате, что надо использовать что-то свое, но самое простое, что вы можете делать в такой ситуации, и это использовать почти всегда, это взять vertex color, делать multiply и умножать на альф-канал, как правило, в таком случае делают, и выводим это в альфу. Что это нам позволяет делать?
Учитывая, что Vertex Paint — это то, что можно настроить заранее, и у травы имеет смысл покрасить ее в редакторе, потому что она будет вся одинаковая. Но сейчас мы это делаем здесь. Соответственно, мы выбираем Mesh Paint, выбираем Paint, берем черный альф-канал и делаем кисточку побольше. А, нам нужно красить черным. Там красить. И можно покрасить, чтобы... А можно, кстати, пропагейтить. Есть пропагейт? Вот, видите, теперь двигаются только края. Они все еще двигаются рандомно, это плохо, но хотя бы вот так вот. И это, вот, собственно, способ, как добавить простейший ветер в вашей растительности. Он будет хаотичный, он не завязан ни на какую физику, но, по крайней мере, добавит какую-то жизнь в вашу локацию. Собственно, вот у нас получилась трава, которую мы сгенерировали быстренько из фоточки. И вот, когда вы создадите много разных вот этих вот пресетов, давайте быстренько поправим deletion. Давайте тут, знаете, как сделаем? Вот здесь, здесь. А, кстати, очень странно. Окей, давайте зальем просто тут зеленым цветом. Я понял. Deletion у меня изначально был, просто доехал. Что мысли? И идем исправлять. Это чтобы не было вот этой окантовки. Отлично. Красавчик. ГБА мерч. Нет, это не альфа сплит и альфа мерч. Альфа. Не знаю, почему так произошло. Норм, чё? Ну, отлично там вообще. Тут лучше. Окантовки нет, задачу выполнил. В релиз. Just ship it. И теперь странный. Теперь есть странная зеленая окантовка, но странная зеленая окантовка лучше, чем странная. И в целом, как бы, окей. Да, то есть тот случай, когда она не хватает звезд с неба, но как бы более-менее нормальная растительность, с которой можно работать из фоточки. Теперь, собственно, вопрос встает к тому, что каждый этап разработки этой самой растительности сделать лучше. Этим мы займемся с вами на следующих трансляциях. Я посмотрю, подготовлюсь чего-то как. А тем временем Елисей Кулиш подписался на Patreon. Спасибо тебе большое. Давайте я посмотрю вообще, кто у нас был еще подписан. В прошлый раз. Вроде нет. Вроде больше нет. Но всем, кто поддерживает канал, огромное спасибо. Помните, что вы можете участвовать во всяких активностях. Дискорд, у вас отдельный канал, если у вас есть желание по каналу, у вас есть прямой, грубо говоря, способ взаимодействовать, не забывайте про этот замечательный чатик. Я думаю, на сегодня будем заканчивать. Мы с вами отстримили уже чуть больше 2 часов, камера села, и самое время пойти наслаждаться выходным и Рождеством. Думаю, было интересно послушать, что я сегодня рассказал. Собственно, услышимся совсем скоро на следующей недельке с вами. И начнем делать разные элементы. Посмотрим, что можно стащить с квикселя. Посмотрим, что нужно будет делать самим. Поиспользуем квикселевские штуки. Улучшим квикселевские штуки, если сможем. Короче, будем заниматься растительностью. Делаем классную водичку. И по классике, не доделав архитектурку, будем заниматься травой. Артём, привет, но, к сожалению, мы уже заканчиваем.
Итоги года будут в Дискорде. Может быть, даже отдельный видосик запишу. В целом, год для комьюнити очень хороший. Мы растем, развиваемся в хороших направлениях. Мне очень нравится, что происходит. И надеюсь, следующий год будет только интереснее. Мы с вами еще до конца года созвонимся. Я думаю, где-то числа 29-го будет отличный вариант провести стрим. Так, а ты 31-го в 9 будешь стримить? Я не уверен, что буду стримить 31-го. Но можно будет, кстати, запуститься не слишком поздно, пару часиков. Так что на следующей неделе еще услышимся с вами. Я вам желаю хороших выходных, хорошего настроения. И пока-пока. С вами был Лилуша. Это разработка игрового контента. Не забывайте про наш замечательный Discord.